Всем привет! Рубрика мини-распаковочки. На этой неделе, я думаю, будет не один выпуск, потому что посылочки ожидаются, что-то уже пришло. Вот, и мы сейчас с вами посмотрим. Так, начнем, значит, с долгожданной для меня посылки. Это вот такие вот колесики. Хотел купить одну резину, но подвернулся очень хороший вариант. Вот. И взял целые колеса. Резина Deepwoods, Duratrax с проставочками на дисках Vanquish. Пластиковые с железным ободком, алюминиевым. Ну или я не знаю, железный или алюминиевый. Короче, колесики собранные, колесики классные. Вот, резина, блин, здоровая, конечно. Вот, все, кто ставит Deepwoods, конечно, 120 размер, прям очень большой. Эту резину я планировал для своего TRX. В принципе, у него такие же сейчас стоят 120-е вамперы. Вот, китайская резина, но, в принципе, неплохо гребет-то. Но Deepwoods, по-моему, еще побольше, не знаю. Вот. Так что вот скоро будет на таких злых колесах он у меня. Решил я убрать все наклейки с кузова. Вот, потому что черный, мне кажется, он будет более злым таким. Вот. И что еще? Колеса пока что, наверное, прокачусь вот в таком конфиге. А потом планирую вот эти диски поставить на эту резину. Чтобы они тяжелые, железные, чтобы центр тяжести был пониже. Вот, так что это вот первая посылочка у нас. Посылочка номер два. Вот такая вот гремящая. И здесь у нас дисочки. Дисочки очень мне понравились. Не знаю, на какие тачки. Пока что диски пластиковые, но очень симпатичные. Для наглядности можно попробовать накинуть какую-нибудь резину на них, чтобы посмотреть по симпатичности, как они будут. В принципе, можно разную попробовать. Ну, допустим, вот так вот, например. Вот так. Ну, некоторые, конечно, диски рассчитаны на тонкую резину, но, как говорится, под проект будем смотреть, будем что-то состыковывать, вот что к чему подойдет. Вот такие вот дисочки. Так что посмотрим, что куда, может быть, что-то на дрифтуху, вот, потому что такой стиль больше к дрифт подходит. Так что будем смотреть, думать, что, как и куда. Так, и третья посылочка на сегодня. Супер убитая тройка из СССР. Не знаю для чего, но будет у нас и вот такой экземплярчик. Так что надо будет ее всю зашкурить, убрать с нее всю краску, загрутовать заново. Ну и попробуем сделать из нее что-то типа боевой классики. Размер большой.
Кстати, на нее можно будет и как раз-таки вот что-то такое, такие дисули, и самому отпечатать на новом принтере резину. Тоненькую, какая как раз сюда понадобится. Вот такой вот сегодня беглый обзорчик новиночек. Так что, если есть какие-то интересные мысли по всему этому, как говорится, движу, так что предлагайте, может быть, что-то и поинтереснее придумаем. Так что все, спасибо за просмотр, всем пока!